Ну ладно. This is the run. Go. Oh, by the way, the skip was first try, but we didn't both survive, so it's possible to save even more time. I had to backtrack to the safe. I'm not touching buttons. I had to backtrack to the safe in order to get it off in there. 3, 2, 1, поехали. Why? Блин, ну что-то не пошло. Может быть, надо в момент все-таки появления экрана Waiting for Player считать, а не в момент, когда я нажимаю на кнопку Host. Ну, просто делай так, как ты всегда делал. Ну, я все сделал, как всегда. Но что-то пошло не так. Могла быть... Да! Цикл был плохой все равно. Блин, если у нас каждая секунда важна, может, ты взлетите? О, ты сделал... Нет. Мы сейчас сольемся и потеряем 10 секунд денег. Легко. И это будет тоже все равно. Забей на каждую секунду важно. Ну это было that очень was, близко. That was really fucking close. О, быстрее, хороший цикл! Я впервые увидел хороший цикл здесь. Лол. Важно. Я не взял сейф. Не пугай меня так, я рисую. Вау. Фига. Insane. Insane gate death. Nope. Wait, what? Оооо! Резавтри... Важно. Не самое плохое, что могу случиться. Здесь надо. А, нет, почему? Я все время хочу сделать скип. На всех экранах. Зорго знаток спидрана попа говорит, что первый мир надо без скейлов вообще. Now, Zorgo, you are in fact incorrect. In fact, you have about 5 minutes to spare. Oh, it's only прыжок несуществующий сайт. Oh no. Ну, шарик задавил. Да ну, что такое? Ну,
надеюсь, там просто по прямой сейчас будем бежать. Уф, нет. 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 Что? Ну, рип. О, зачем? Зачем я попробовал прыгнуть? Как? Тут можно прыгнуть. Там очень страшно. Надо просто сделать два фрейма. Так. И рыпал. Что-то у меня вообще не мог пройти, мне вообще не пускало сейчас. Ну, бывает. Не, я там тоже бывало застревал. Ну у нас плюс 27, мы что, живем? Конечно. Ну, не конечно, но да. А, мы тут один был, кстати. Да-да, например. Sony купил меня. Один, совсем один. Good damage. Nope. Cannot spam. Nobody cares. Пять секунд, что ли, загрузка у нас идет? Да. Нет, улучшили на одну секунду. Плюс 26 сейчас. See? My damage is getting better. No. Just do bad apple sailors. Why am I speaking English? Practice for fun game marathon. Yeah, something like that. Bad cycle. Сейф можно не брать, кстати, в принципе. Что может пойти не так? О, нет. Ну ладно. Да серьезно, ну это уже не смешно. Я умер еще на более нелепом прыжке. Но на котором вообще не. В прошлый раз ты умер на нормальном прыжке. Ну да. Но я его прошел. Я умер вообще на прыжке, на котором, мне кажется, тут, может быть, ты никогда даже вообще не умирал ни разу. Мне нравится, как ты никогда не берешь этот сейф, чтобы не сбивать мышечную память. Good. Вот на вот этом прыжке, прикинь. Ух ты, прикольно. Сегодня не мой день в нидлах. Третий сейф самый сложный. Вот этот? Нет, третий сейф первого экрана.
Да, блядь. Блин, сложное говно у меня получается. На простом я умираю. О, что? Ладно. Ой, я бонкнулся. Хорошо, я могу сразу поставить платформу в этом случае. Что-то надо было мне за тобой прыгнуть, побоялся. Все выше и выше стал. Окей, ладно. Я взял. Ну вообще, у тебя же платформа, ты можешь просто ставить ее. Ой. Ну а чё, подождём. Не умирай. Угу. Уже лучше, чем в прошлый раз. Ещё вот здесь не вафлить, вообще будет идеально. И бомбу там это кидать сразу в яму. Ну, это невозможно. Ура! Мне не надо этого делать. Что? Да блин, что за бред? На моём экране бомба влетела в эти долбанные стенки и ничего не сделала. Я, понимаешь, пытаюсь использовать оптимальные страты, тут прыгать в стенку вместе с бомбой. Ой, неважно. Мимо. Вообще ни разу не попал. Еще одна, еще одна. О, у нас и бомбы, нет. Почему мы вафли в этот сегмент постоянно? Не знаю. А-а-а. Ну, видимо, слишком стали торопиться. Ну, время сжалось, стали торопиться на каждом моменте. Пока не помогает. Если хочешь сократить БД, пол сокращай ВБ. Ой, ЧБ, черно-белое. Ты кому-то в чате или мне? Да, в чате, в чате. А, я просто... Там кто-то сократил, ну не кто-то, а хайп сократил BDPL как BA, причем кириллицей. Это и некоторые не поняли. Да, Bad Apple. Ну знаешь, сокращать BDPL как ЧБ, это тоже интересный вариант. Ну в данном Почему случае... Почему не я? Пэйя, я считаю, идеальное сокращение, как бы так. Да, кстати, привет, Хайп. А он вроде давно здесь, я уже здоровался, мне кажется. Да? Ну, я, видимо, был чем-то занят. Чем ты мог быть занят? О! Нет. Привет, Медичи. Привет, Медичи. Ух ты, как я прыгнул высоко. Да, мы это... отыгрались. Минус 8. О, мы в минусе здесь. Нифига себе. Забыли, забыли. Что значит забыли? А, я понял, да, забыли. Червяк-то был... Нет, тоже не спирал. Червяк был не идеальный. Ты умер где-то в начале и пришлось сделать... Или я умер, и не помню. А, и ты один до хэда проходил. Да, я на овце умер точно. А, мы же теперь с новым ВРом. Блин, все забыл. А, вот почему мы в минусе. Потому что это был прошлый забег, а не наш обычный. Угу. Ясно, понятно. Ну да, не золото, к сожалению. Но мне теперь уже о золоте можно забыть. Ну, на третьем уровне только. Направо.
А, на Дементию, мне кажется, еще может быть золото, да? А, я не могу взять. А, я не могу взять. Овцы. Здесь нет, можно верить. Спасибо, что не доказал мне мою неправоту. Я не, чуть, про... чуть в ракету не прыгнул. Было бы по касательной прошло. Ну блин, это ж курлинг, конечно. Ракеты курлицы, так что формально это курлинг. Интересно. Подосла прыгаешь. Когда я подосла прыгаю, я сразу вспоминаю про свой спот, потому что я в нужном месте. Забавно. Когда я заканчиваю. У нас... Ну да, то есть мы считаем где-то... Ну больше минуты отыграли, то есть это по сравнению с прошлым забегом. Ну, то есть ты представляешь, какой пейс там сейчас будет. О, мой бог. Не, ну мы с первого раза вот этот скип сделали. О, ты невидимка. Так, надо не забыть, да, у нас тут скип... Что? Окей. Этот рейс мимо меня проехал. Я взял сейф. Не брать сейф. Не брать сейф, да. Я у... не важно, я могу перепробовать. Что? Я нажал на ресет на этом экране, а ты был на ресете на том экране. Да. Если два игрока нажимают на вот этот ресет, не важно на каких они экранах. Все равно работает. Но я это знал еще давно. Но здесь это может случиться. Да. Интересно. О, that was a good one. Ну как и ожидалось, этот скип не такой простой, чтобы делать его с первого раза. Забыл, что надо делать. Нужно с телепортом идти туда, направо. А, да? Ты дошел, да, с телепортом направо, взять бомбу, поставить бомбу и самому себе подпрыгнуть. Окей. Есть? О, пишет. Вот этот скип еще лучше. Ну, да, во-первых, мы его вафлили. Во-вторых, его можно сделать лучше, если оба игрока... Я чуть застремался, когда взял сейф почему-то. Когда оба игрока проходят с телепортами, они могут еще больше скип сделать. И там серьезное улучшение. Мы говорим еще где-то о 30 секундах. Что? Что? Так, эй. Тихо, тихо, тихо. Как? Спасибо. Кирпо. Ой. Сложный прыжок. Интересно. Это... Ладно. Okay. Главное, ладно, я там что-то не выспался. Нет, все хорошо. Просто что-то, блин... Не пошло.
Настолько не пошло, что почти вырвал. Ну, ладно. Ну, я знаю, но... Этот забег намного хуже. Я пытался тебя утешить, да. Нет, он не намного. Ой. Зачем я пошел? Ладно. А я заметил, ты там постоянно рискуешь. Ну. А, а ты? Нет, я по обычному делал. На самом деле, обычно я жду. Ну, в смысле, жду без особых ожиданий, но... жду без ожиданий, да. Но я потому что я играю достаточно уверенно в том, что выживу. Сейчас я что-то забуду. А я хрен знает, почему умер. Обычно такое не случается. Так, мы в этот раз умерли на миг. Да, на первой фазе. Мы потеряли секунд 5. Сейчас отыграем 5 секунд. Все будет хорошо. Ты спать. Все хорошо. Пардон. Зачем тут сейф нужен? Сейчас узнаешь. Себя. Да. Это было не идеально, но вроде про канал. Да, у нас уже 3 минуты осталось на этот уровень. Прошло аж 4 было. Да, но это было 4 по сравнению с бескиповым забегом. Но не важно, все равно. Раньше осталось 4, на этом месте теперь 3. Что? Интересно, сейчас. Ладно. Хорошо, что тебе умирать нужно. Этот экран был безупречный в тот раз. На конфетках какие-то вафли вроде были. Да. На первой и на второй половине. Здесь у нас не активировалось эта штука. Все равно ставь как обычно. Ну, я что-то затупил. Ладно. Иди сюда, так ставим. Ой. А здесь ты ноги тебе завафлю. И сейчас ты завафлю.
Сейчас тут гораздо... О, о! Видал мастерство? Ну, не пропьешь, да. Ну чё там? Потеряли. Ну, сейчас понятно. Скажу. Скип очень долго был. Да, минус 43 сейчас. А, ну на Соннике-то, ну надо отыграть, наконец-то. Ой, давай, отыгрывай, что-то ранее. Все, поехали. Начали уже отыгрывать, нет. Ну, может, голды не будет, конечно. Я не уверен, что мы хотя бы раз в жизни прошли его вдвоем. Опа, с первого раза. Тоже не уверен. С первого раза мы его проходили, но что, вдвоем? Оу, это почти было, да. Ну, почти так себе, почти, но да. То там было достаточно много времени потеряно, на... когда можно было стрелять. Где-то выстрел 4 у него. О! Я его убью. Да, убьешь. Давай. Я обычно ресетчусь, только если нельзя его убить в одиночку. На этой атаке. Ну, у тебя... 2.5 минуты. Ну, тебе никто не мешает, это... Никто не мешает. Нету отмазок. Лол, Декстер, сегодня эту версию уже звучала. Ну, не версия, а это предложение. И причем, блин, оно такое очевидное, почему вы только сейчас об этом стали говорить? Мне эта мысль очень давно в голове. А, что-то, ну это вирус какой-то, знаешь. Парит, идея парит, голова. Все ее высказывают. Что может пойти не так? Я решил чуть не попал. Ух ты, какой интересный там летел. Но у нас сейчас будет пейс саб 44. Или не будет? Не, подожди, должен. А, я неправильно просто. Я не понял. Не, нет. Ну, в смысле, ну это все равно в RPS, понятно, да. Но. Я просто неправильно рассчитал. Ой, потолок. Я так давно вопил на этом плейте, что забыл, как делать этот сигнал. А, не было потолка. Ну да, я даже про это не знал. Потому что я всегда вопил на плейне, не доходил до этого места. Ну мы на Сонике просто... Okay. Не, просто я удивлен, почему я думал, что будет Сабстер 4, потому что я был уверен, что мы сейчас на Сонике сегмент обыграли, отыграли. А мы нет, мы в плюс по сегменту чуть ушли на 6 секунд. Как это могло произойти? У нас же там дикий фейл был вроде. Чушь, невозможно. Мы не могли в плюс по сегменту уйти сейчас. Превью сегмент, плюс... плюс 6 секунд написано. Что за бред? Ты уверен, что это лайв сегмент, а не там ПБ? А, может. Нет, ну не знаю. Мы умирали в самом конце Соника. Не, стоп, ну мы... Не, мы реально ухудшились. У нас, было... У нас было минус 43, сейчас минус 37. Посмотрим. Может, ты сплит неправильно сделал? Да нет. Это бы объяснило также очень хороший... Следующий мир. Ну, блин, нет, не объяснил бы. Не знаю там. Но это невозможно, мы не могли ухудшить Соник. Я на сейве. Я на цветке. Если умрешь, то скажи, я возьму сейв. Я на хай. Я взял на сейве. Я умер. Ты взял на хай? Нет. Я беру сейв. Ты стоишь там, да? Да. Ну, превью сегмент, то есть Соник, в данном случае. Есть.
что за бред? Это невозможно. Ну, потом можно будет пересмотреть видео, понять. Ну, я тоже не понимаю, и там же был дикий вообще дичайший файл. Поздновато, пардон. Табличку загородила. Блин. Что? Я не понял, что это. Итак, кнопка. Что? Начинается. Начинается, еще раз. Еще раз? Уйди, ты, потому что, видимо, я на нее прыгал, пока ты через нее проходил. Интересно, пошло. Да блин! Beautiful, окей. Сейчас бы вырыть за багов завафлить. За багов поставить, за багов завафлить. Подожди, ты хочешь сказать, что мы начали выигрывать меньше после Соника? Да. Полный бред. А где? Я не мог там сплитнуть неправильно. Я бы запомнил, ну, типа, теоретически мог бы, но я бы запомнил такое, такую вещь. Потом можно будет пересмотреть оба забега, и что-то я сомневаюсь, что неправильно все это сплитнул. Тем более, кто-нибудь, мне кажется, и в чате бы заметил. Опять? Да что такое? Серьезно, я раньше этот прыжок делал стабильно. Офигеть. Прыжка нет после рестарта. Я думал, ты прыгнешь, ладно. Да чё ты, я сбился. Толку. Присед сделал? Да. Присед. Там можешь через верх, к слову. Последняя премия — это невозможный сегмент. Как же так тащит? Спасибо, Ментичи. Офигенно тащил. Кстати, ты невидимка. Я смог открыть эти красные ворота единолично. Мог нажать нижнюю кнопку, находясь сверху. Офигеть. Я даже не понял, как это произошло. Ну серьезно, я не попал в 32-пиксельную яму? Или что произошло? Что-то прятали. У меня задержка, тебе виднее. Ну ладно. Не все ж тебе вафлить. Там сейвы брать там.
Я предпочитаю брать качеством. Что-то как-то платформу, по-моему, я рано запустил верхнюю. Надо сейчас будет тут скоростной подъем делать. Причем я прыгнул... Блин. Я прыгнул правильно, мне показалось из-за твоего персонажа, что я прыгнул неправильно, он меня сбил с толку. И в итоге... Ну, запутался. Мне еще показалось, что ты не успеваешь, и я что-то, блин, запаниковал. Ладно, ничего страшного. Да, слишком долго тут тоже нельзя ждать. Окей. Окей, не это сделал быстро. А, да-да-да-да, ты должен, все-все. Сегодня как раз правильный день, чтобы это сделать. Как бы сказал Декстер, не важно. Да? Ничего нет? Что? Не-не, есть. Шипы есть. Пульки тоже есть. Что-то. Черт, я волнуюсь, мы хорошо идем. Скоро перестанет. Стоп, не. На, ну блин, мы даже в плюс ушли, но на пару секунд, а там мы замирали, так что. Ладно. Ну, короче, надо теперь попытки тащить. И вдвоем жить. Ну ты понял? Нет, ладно. Странно, как мы все время потеряли. Как мы на 40 секунд ухудшили этот минут?
Skip. У нас плюс 8 на таймере, но это фигня. Вроде. Ох, как я выжил, лол. Звезда на меня. Угу. Почему он на меня не чертнулся? А, он не должен. Нет, нет, должен был. Я ничего не помню. О! Ну, идиот. Ладно. Ну, это очень плохо. Ладно. Блин, ты охренел такую нагрузку на меня вешать? Просто волнуешься. Это ты волновался раньше? У меня руки уже вспотели. Не волнуйся. С этим скипом в рекорд долго не пройдется. Очень плохо забег. Но все равно. Я почему? Я в Камелию третью играл. И я что-то сбился, я не понял, что он там делал. Что делал? Чет нас дал. Куда умрёшь на этой атаке? Только истинные мастера этой игры могут умереть на это. RNG. Ну дальше паттерн вообще, я пойду чай попить. Не пойду. Есть. Ну окей, ладно. Ну теперь наконец-то настоящий. Хоть и не важно, долго он продержится или нет, но это долбанный ВР. Сколько там получается? 44 с чем-то? 44.03. Фух, вот это сейчас был пот. Я что-то прям вообще давно так не волновался. Хорошо, что из нас двоих хотя бы ты не завафлил ВР. Эй, Фэр, it's for record. It's up to Nemega to fix the skip and make it invalid, though. He won, though, obviously. Okay. Since nobody's going to run any percent because it's a crap category, this will obviously stay.
No. So yeah, the skip, like, we failed the skip once or twice. We failed it in a very peculiar manner where we both stood on the reset areas, and they were different areas. We were in a different spots, and the game reset because of that. So it's extremely improvable, and only Sudal survived the skip. So he had to backtrack to the save. Yeah, that's probably a good idea, Feral. It's extremely easy to improve. I'm not sure which one of you... Tonight, our VR will rip. Most likely. It's very easy to beat it. We weren't playing really good.